Здравствуйте. Сегодня расскажу вам, как и обещал, о большой прозе Владимира Набокова, о романах «Машенька», «Камера обскура» и повести «Волшебник». Пусть «Волшебник» я дочитал только сегодня, действительно она меня потрясла, эта повесть, своей откровенностью, уже 39-й год, а такие откровенные описания в финале этой повести. А вообще, эта повесть — подготовка к Лолите, подготовка к написанию этого большого романа, в ней еще нет образов такой, я бы сказал, капитальной силы. Нет проработанности образов Лолиты, Гумберта. Герой не безымянный, еще непонятный. Девочка, обычная девочка. Не такая, как Лолита, не испорченная, не грубая, не поверхностная, которая, по сути дела, сама соблазняет Гумберта. Здесь этого нет. Здесь перед нами история совратителя. Довольно грязно все это выглядит, конечно, порой читаешь и не можешь понять, вроде стиль хороший, вроде все красиво написано, при этом какая мерзость. Повесть, конечно, очень талантливая, очень яркая, но ближе к финалу, когда герой овладевает своим объектом вожделения, это, конечно, выглядит невероятно мерзко. Но герой ничего не получается в итоге. Вот эта вот загвоздка, что герой женится на матери девочки, чтобы потом ей завладеть, как мать умирает. Конечно, это прям была Лолита, история Лолиты. Она здесь есть в завязке, но при этом ничего больше, ничего другого в этой повести нет. Она очень короткая, там 50 страниц где-то. Почти большой рассказ. Читать его стоит тем, кто интересуется созданием Лолиты. В принципе, незачем иным читать его не стоит, но разве что из-за стиля, который всегда совершенен. Вообще, я поражаюсь, как в этих произведениях «Волшебники» и «Лолите» Набоков подходит к своих главных тем. В этом романе нет темы рока, нет темы потусторонности, нет темы основных набоковских вот этой удушливости какой-то, мира сумрачности. Нет отношений героев, нет пошляков, ну, может, разве что к «Уилте» и «Лолите». То есть ничего, никаких основных тем у Набоковских здесь нет, но при этом он пишет и пишет захватывающе, какую-то новую для себя теме. Порой действительно думается, что у него что-то в жизни было, он это так описывает. Не хочется, конечно, верить в том, что все это не выдумано исключительно воображением автора. Хотелось бы думать, что Набоков не испытывал в жизни вожделения к детям. Все-таки гений, и хотелось бы, чтобы он был злодеем. Что касается его романа «Машенька», он очень поразителен. Словение с пошляками, пошлая мигрантская жизнь. Сколько в этой жизни было цыганщины, какой-то разухабистости, разудалости, каких-то кокошников, какой-то сусальной России. Сколько во всей этой мигрантской жизни было, наверное, если судить по этому роману, вульгарности, не имеющего ничего общего с тем образом России, который герой сохранил в своей душе. Машенька становится образом России, встреча с ней становится его мечтой. Мы видим только фотографию ее, как она выглядит. Так мы с ней не встречаемся в реальности в этом романе. Роман очень короткий, 100 страниц, почти повесть. Он очень сложно написан, порой кажется, что через него трудно прорваться. Это был мой первый опыт знакомства с Набоковым, я порой очень многого не понимал, когда его читал. В «Защите Лужина» «Оглашение на казнь» было гораздо проще, чем «Машеньку» читать. Но это роман, который читать стоит, чтобы узнать, что стояло в начале творчества Набокова в голове 26-летнего автора. Написаны только основные его рассказы пока, в основном не вошедшие в сборники. «Машенька» впитывает в себя весь лиризм, вдохновенность, эстетизм раннего Набокова. Лиризма там просто огромный океан. Самая лиричная его повесть, самая порой проникновенная. Связь с русской литературой и с Россией в этой повести тоже, в этом романе, тоже очевидна. Если сравнить «Машеньку» и «Волшебника», вы увидите, сколько между ними много пролегло лет творческой биографии Набокова. 14 лет. За это время Набоков изменился, стал, может быть, даже циничнее, грубее, более виртуозным в плане стиля, но при этом исчез какая-то вдохновенность,
какая-то восторженная эмоциональность, какой-то особенный лиризм, который был в ранних его романах, в ранних рассказах и в романе Машенька. «Камера обскура» написана кинематографическим языком, если можно так сказать. В нем очень много, очень много поступков, сюжет закручивается лихо, раскручивается. Написан роман довольно блекло. Никаких характеристик героев нет. Герои раскрывают через свои поступки. Никакого особенного переживания внутреннего у них нет. Герой без внутренних миров. Сам Набоков этот роман еще не любил. Считал, что он картонный. Все в нем картонное, персонажи в нем картонные. И интрига в нем бульварная. Во многом так и есть. Роман очень бульварный. Напоминающий чем-то Достоевского. Герой ходит к любовнице, а потом теряет все, что у него было в жизни. Отношения с женой и дочерью портятся. В итоге он теряет вообще все, что только мог, и даже нечто чрезвычайно важное для восприятия жизни. Не будем раскрывать, спойлерить не будем. Поэтому почитать этот роман стоит, чтобы узнать, что Набоков был не всегда блистательным стилистом, не всегда блистательным рассказчиком. Иногда он бывал пробульварным, описывающим довольно-таки примитивные человеческие переживания, низменные. Хотя об этом романе нет грязи, я не согласен. В нем нет никакой грязи. Хотя героиня его любовница, главного героя, несовершеннолетняя. Но при этом она, как и Лолита, довольно груба, бесчестна и вульгарна сама по себе. Чем она соблазняет главного героя, непонятно. Главный герой — такой утонченный интеллектуал, соблазненный грубостью молодого поколения, можно так сказать. Вот все, что я хотел вам рассказать об этих романах и этой повести. «Волшебника» читать не стоит, если вы читали «Лолиту». Если вы не читали, почитать, может быть, стоит, чтобы узнать, что там вас ждет. Написано он по-русски, так что «Бумажки, камера, обскура». Я почитал только русские его произведения. Надо сказать, что, конечно, в плане владения языком Набоков зашел очень далеко. Чем мало кто зашел вообще в русскую литературу в 20 веке. Сейчас уже так никто не разговаривает, не то что писать. До свидания.